Новорічні свята – це чудовий час для гарних книг та добрих справ. Книжковий Миколайчик призначив зустріч харків'янам в переддень Нового року. Започаткував книжкове свято у Харкові президент групи компаній «Фактор» Сергій Політучий, бо переконаний, добробут суспільства безпосередньо залежить від освіченості його членів. Исходя із желания, чтобы и мы, собственно, и наши дети, и внуки жили в богатой, интересной стране, мы, как издатели, хотели бы и вот решили организовать все, что в наших силах, для того, чтобы прививать любовь к чтению, чтобы на праздники стало снова модным и общепринятым дарить книги. Книжковий ярмарок тішив приємно низькими цінами. Тож кожен гість свята міг обрати собі книгу до смаку, як дитячу, так і дорослу. Учитывая, что времена, в которые все это происходит, не сопровождаются большим экономическим благополучием, мы нашли вот такую форму, когда мы предлагаем купить книги по ценам более низким, чем в магазинах, практически по издательской цене, которая соответствует себестоимости этой продукции. Організатори подбали, щоб кожен, хто прийшов цього дня до Хнатобу, став гостем справжнього свята книги. Позитивне, хороше мероприятие, дуже багато людей, розвиваюче, розвлекательне для діток місто, тобто все на вищому рівні, цікаво, молодці, я довольна. Ми знаємо про те, що видавництво «Виват» проводить такі мероприятия, і ми вже кожен раз ходимо з великими покупками. Невозможно ребенка приучить читати книги, якщо не давати йому в руки красивую, хорошо изданную книжку, произведення поліграфічного мистецтва. Только тогда, когда он видит картинки красивые, когда ему приятно брать это в руки, когда он может ручками поводить по этим картинкам, только тогда он будет их читать. Ну, это единственный способ. На майстер-класах, які працювали під час свята, діти вчилися робити іграшки. І кожен з них цього дня з гордістю приніс додому власноруч виготовлену прикрасу для своєї ялинки. У нас проходит мастер-класс по декупажу. Мы делаем новогодние игрушки, новогодние такие варежки, техники декупаж. Для этого это очень простая техника, даже маленькие детки у нас участвуют. Для этого мы берем деревянные заготовки, наносим на них специальные иллюстрации. Вот у нас вот очень много красивых картинок. Детки справляются, у кого получается. Сверху вскрываем лаком, ленточку добавляем, и у каждого дома будет висеть его собственная, собственноручно сделанная варежка, елочная игрушка. Було на книжковому Миколайчику і багато веселих, різноманітних конкурсів. Організували навіть флешмоб помпонів. Головним подарунком найактивнішим учасникам стали, звичайно ж, цікаві книги. А на книжковій канапці актори харківських театрів читали дітям вголос Алісу у дивосвіті. Книжні ярмарки нужны, обязательно. Люди читают, несмотря на то, что в интернете сейчас много разных книг, да, но люди читают. Ну вот как сесть ребенку и читать с телефона сказку, ну это ж неинтересно. И ребенку неинтересно, и родителям. Стол был большой, но чаевники сидели с одного края на уголке. Завидев Алису, они закричали: «Занято, занято! Мест нету, нету мест!» «Места сколько угодно!» – возмутилась Алиса и уселась в большое кресло во главе стола. Те отклики, которые мы получаем и в процессе ярмарки, и после нее, они вдохновляют нас, убеждают нас в том, что неплохую мы придумали вещь. И я верю, что в будущем мы все-таки будем жить в гораздо более образованной читающей стране.